Продолжение Hello Neighbor 2. Я рад всех приветствовать. Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала. С вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием... Сами знаете, какая игра. Hello Neighbor 2. Да, дорогие друзья, у нас продолжение. Прошлый раз, когда мы играли в бета-версию, в демо-версию, а сейчас вышел прям релиз этой игры. Если мы зайдем в дополнение, то тут у нас, кстати, два дополнения есть. Но мы, конечно же, первую часть, самого начала будем проходить. Новая игра. Интересно, что для нас подготовили разработчики Hello Neighbor. Конечно, всем усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Так, это уже другое. Уже другая катсцена. Ой-ой-ой. Ну да, это полная версия. Опа. У меня все на ультрах стоит, так что... Надеюсь, буду без подлаков. Но придется мне тогда на высокое ставить, если подлаги. Ну, типа, наш герой главный... Приехал к себе домой. А, кошара. Котик. Котик. Опа. Это же Рон. Сосед затащил Рона. Сосед идет его... О! Офигеть! О! Ворон! Бом! А, я понял! Я понял! Помните, в демо-версии? Да-да-да, почему этот грузовик был врезанный? А теперь я понял. Вон там дом соседа, из-за ворона мы сюда врезались, и тут начинается уже сама игра. Ну, слушайте, молодцы, что в демо-версии это продумали, прорезали, так что я могу только похлопать компании. Я не помню, как называется, ладно. Ешка. Так, все, пошли. Уже многие ютуберы сделали прохождение, но я, как всегда, в принципе... Я не думал, что именно сейчас, так сказать, выйдет этот домовик. Ой-ой-ой. Ну я помню, мы это все делали тут. Ключик берем, ставим, открываем, берем. Это как в прошлый раз было, в принципе. Ломик надо. Ломик, ломик, ломик. Ну это, по сути, полная версия, теперь мы можем спокойно, полностью проходите Hello Neighbor, так что мне интересно будет, что за сюжет в Hello Neighbor 2. Но графон изменили, молодцы, мне это прям понравилось, то что графон изменили, поновее, так сказать, стал, чем, ну, в других частях. Так, ставим последние 6, ага. Тут еще надо ой-ой-ой. Блин, я... Отлично. Пошло. Ну, можешь, кстати, пропустить катсцену. Он увидел то, что типа мы репортеры, и походу заберет фотоаппарат себе, да? Ой, что такое подлагивает? А, нормально. Нас затащил домой, сосед! Келман матч. Винт. Опа. Смотри, телевизоры включаются.
Ворон? Камеры! О, смотрите, камеры! Полиция? Полиция приехала в дом соседа. Вау! Вау, как я давно не был в Рейнвуд, вроде бы называется город. А, Вороньи ручьи, во. Конечно, это было в старых частях, но я не знаю, что это за город, но... Типа, я предполагаю, что это Вороньи ручьи. Вороньи ручьи. Так. Блин, ну такой графон охеренный. У меня прям глаза радуются от такого графона. Наверх. Смотри, сколько камер. Вороны. Смотрите, огромный. Нифига себе, тут изменили. Очень много чего изменили. Черт возьми. Можно? О, полицейский. Это что за дом? Закрытый. А мы летать умеем. А чё я будет, если я прям перед ним пролечу? А! Тихо. А я могу залететь? В окно, к примеру. Блин, не могу. Слушай, это прикольно. Круто, что добавили, типа, возможность так летать. Да ладно. Мы можем крюк какой-то, типа, вау. Я могу его подцепить? Короче, погоди, нам нужен предмет. Я очень хочу это проверить, стоп. Как я выхожу? А, через это. Забрал. Не видно. Вау. Прям прошлый дом соседа. Не муха, не мешай. Смотрит, смотрит. Стоит и смотрит. Его может подбить сосед? Ну, по сути, это... Смотри, там картина теперь. Я муха дебильная. Смотри. Вау, можно на второй этаж. Ема, на второй этаж открылся. В демо-версии не было такого. Я это прекрасно помню. Ну а куда идти-то? Вопросик можно. Можно, пожалуйста? Так, забираем мое добро. Много чего. Мэй. Мокро. Или нет? Типа, о, смотри. Кубик?
Так, сейчас посмотрим, где он. Он что, всегда на улице тусуется? Сейчас посмотрим. Сейчас в этом убедимся. Потому что он за это время должен хотя бы Бог в дом зайти. Реально он чисто там сидит. Так это вообще изи. Бам. Бояться нечего. Так, тут миссинг. Вот еще один. Прикрыть не могу. Восемь, девять. Пока что я... Тут, кстати, кровать убрали. Один. Один. Восемь, девять, один. Вход на втором этаже, да. Окей, пойдем на второй этаж. Ага. Так, смотрите. Нам нужны цифры. Вот цифра 1. Тут цифра 8. Тут цифра 9. Наверное, мне нужно... Ой, сейчас с помощью этого дрона... полететь. Там же были какие-то классики. Вот здесь вот классики были. Да-да, вот прям тут на дороге. Пять, шесть. Или... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Кораблик. Пока что непонятно. Золотое яблоко. Пока что я не понимаю, типа, какой код может быть вообще. Вот здесь вот у соседа. Чё, прикол, на заднем дворе даже и ничего нету. Давай добежим. Заберем эту чучундру.
Все, оно закрыто. Почему? А, я не могу. Смотри. Я не могу. Тут заперто. И тут что у нас? Типа столб нельзя. Вон там что-то еще есть. Что-то тут тоже такое интересное. Слушай, я добежал даже до сюда. Так, внутри зданий мы не можем заходить. Вот сюда вот мы можем пойти. Пока что в доме соседа я не знаю, что делать. Здесь мы... Это наш дом. Дом. Как его? Мэра. Дом мэра. Он закрыт. Интересная, интересная задумочка. А как пройти? Бейкерская тоже закрыта. А чё все закрыто-то? Старый дом соседа же. Вон. Ну тут там... Там полицейский ходит. Типа, а вот дом соседа. Огромный, новый, молодежный. Собираемся. Пойдем исследуем, мне интересно. Нафиг ту музыку сделали? Ну, это, слушайте, это на пару серий, 100%. Офигеть. Вот это домище. Ну, круто, что дали нам возможность вот так вот летать. А. Ну, я стою у ворот. Ну, короче, нам 100% походу в дом соседа надо. Потому что другое у нас тут не это. Нам тут не рады. Побежали. Нам нужно еще какую-то эту фиговинку найти. То прям 100%. Да почему нас сосед спас и засунул туда, типа? Может, он подумал, типа, что я потерялся? Потеряшка дебильный. Может, на заднем дворе этого дома что-то есть? Ой, есть батут. Лестница? А зачем? Что мы тут должны... А, ну можем вот так вот. Опа. Ух ты! О! Прикол. Может опять как и в демке? О! Я так и думал. О, вот ножницы, смотрите, ножницы. А, прикольно. А, тут у нас что-то есть такое? Нет, нету. Но у меня есть очень хорошая новость. Мы достали штуку, которую можно куда-то запендухать. Реально можно засунуть штуку куда-то, можно ее запендухать.
только... А куда? А куда? I don't... понимает. Везде какое-то время. Да, что-то почти пока что непонятно вообще. Что там? Ба. Ба. Тут у нас что? Опа. Сосед. Мы нашли фигурку соседа. А, обязательно, так что пусть поселедки будет. Сфига ли он в дом зашел? Пойдемте сюда. Может, куда-то сюда надо было засунуть вот этот вот рубильничек. Ну, типа, с помощью батута я, конечно, тупанул немного. Опа. Все вниз. Куда? Смотри, катается, катается. А, вот куда надо было засунуть, оказывается-то. О, 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 давай, давай мне ножницы сюда. Давай, отли, спасибо, все, ура, заживем. Так. Можно мне вниз, пожалуйста? Я могу, кстати, отсюда спрыгнуть и не разбиться. Да, могу. Так, ножницы, пожалуйста, спасибо. Ножнички, ножнички. Блин. Что ты там смотришь, а? А, чё? Иди туда. Страшно, пипец. А, ну я на втором этаже теперь. Теперь он по дому ходит, как я понял. Ножницы. Карты, пацаны, кусок карт. Рычажок. Миссинг. Везде миссинг. Ну нет! Ну блин! Где эта фигня? Полетели. Сейчас будем докапываться до этого соседушки. Ой, полицейского. Ты где, чмурдей?
Ему пофиг, да? Сейчас мы посмотрим, что тут можно вообще подделать. Ему пофиг то, что тут это дрон летает. Так, дверь. И тут что-то. Еще один обломок карт. Походу ложится спать. Тихо. Офигеть. Я уже 3 куска карты нашел. То есть демо-версия нас обучала, типа, можно вскрывать подушки. То есть всю новую механику игры. Это реально охеренно, что так сделали. Потому что... А, сюда можно что-то поставить, типа. Стоп. Я не зашел в эту комнату. Я так и думал, что он сюда зайдет, потому что, не знаю, я слишком шумлю. Смотри, курица! Курица меня тут это сдает просто. Что? Ты чё было? Где этот Гондурас? Где ты, Чучундра? Алло? Алло? А, пони заходит. Братан, ты меня не видел? Ты меня не видел, отстань. Пытаюсь теперь найти картинку какую-нибудь, где можно вставить эту всю фигню, которую я нашел. Типа несколько отрывок, отрывки этих фото. Несколько отрывок. Я должен куда-то их вставить, получается, да? Наверное. Нема, куда я залез? Пипец, я там сижу. Игрой не запрещено. Там сижу и сижу, чё? Ну, здорово.
Сейчас мы поищем картины. Наподобие той. Той игрушка. Игрушка. Игрушечка, игрушечка. А куда мне засунуть это все? Подскажите мне, пожалуйста. А я в соседи. Я влетел в свой дом и не нашел. Ну ладно, не целый, еще второй этаж имеется у нас. Блин, здесь бы дверь открыть. Закрой. Закрой, черт возьми, эту фигню. Ну куда это все вставлять? Куда? Фига себе залез. Ну, игра очень недоработана, типа насчет багов, ошибок. Такое. Баги, ошибки. Тихо. Где этот чмурдей? Эй, чмурдей! Чмурдей! Его нет. Теперь быстрее бежим и залазим. Вот так вот. А, это камеры. Мы можем это куда-то сюда положить. А это управление дроном. А ты не видишь меня? Можно я скушу пончик твой? А люк? Круто! Я еще даже ничего не успел сделать, а он меня уже поймал. Говно. Золупинское. Ты такой же тупой, как сосед? Братан, я, конечно, понимаю, что там семья, дети. Да. Про семью и дети было лишнее, походу. Где мои отрывки письма? Чёртов с два. Чё? Не знаю, может попадёт. Не знаю.
Так. Блин, а тут дофига комбинаций может быть. Не, реально. Типа, может, на какой-то повезет. Но это не из реального. Нереально. Ну ладно, в принципе, наверное, я посмотрю прохождение, либо же вы напишите мне в комментариях, что делать, как проходить. Буду ждать ваши подсказки в комментах, так что не забывайте писать комментарии. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. У нас с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.